Hello, everyone! Today we're going to practice some of the verbs of motion in Russian. I'm going to make some statements and then I will ask you easy questions. You have to answer them out loud. This will help you to remember the verbs of motion deeply after you have enough practice. So, let's get started. Собака бежит по дороге. По дороге? Да, собака бежит по дороге. Собака или кошка бежит по дороге. Собака, собака бежит по дороге. Собака бежит по полу? Нет, она бежит не по полу, она бежит по дороге. А эти собаки бегут по воде. Они бегут или идут? Они бегут, они быстро бегут. Собаки бегут по воде. Они бегут по дороге? Нет, они бегут по воде. Две собаки бегут по воде. Кто бежит? Собаки бегут, собаки быстро бегут по воде. А здесь собака прибежала к человеку. Она бежала, бежала и прибежала к нему. Она прибежала к человеку. Да, она прибежала к человеку. Она прибежала к машине? Нет, она прибежала не к машине. Она прибежала к человеку. Собака прибежала к человеку. Она пришла? Нет, она прибежала бегом. Кто прибежал к человеку? Собака. Собака прибежала к человеку. А эти собаки добежали до финиша они бежали и добежали до финиша они добежали да они наконец добежали они добежали до финиша или до дома До финиша. Они добежали до финиша. Добежали лошади или собаки? Собаки, собаки добежали до финиша. А здесь Барак Обама убегает от собаки. Он убегает от кошки? Нет, он убегает от собаки. Собака бежит за ним, а он убегает. Он уходит или убегает? Он убегает, он быстро убегает от собаки. От кого он убегает? От собаки, он убегает от собаки. Кто убегает? Барак. Obama убегает at своей Sabaki And that was it for today. Thank you very much for watching. Don't forget to subscribe to my channel for more Russian lessons. Bye bye.